Вот измучил, ну. Ну, посуди ты сам, ну что я могу поделать? Я давно, я очень давно уже все вижу. Ну, разве виновата, что Глеб есть? Что мне нравится? 100 дней после детства, Асса, храни меня, мой талисман. В 80-х Татьяна Друбич стала символом эпохи. Роли в кино, театре. Никто и не догадывался, что кинозвезда Таня Друбич по вечерам трудится в обыкновенной поликлинике, ведь по образованию она врач. Выбрала медицинский из-за болезни отца, которого не успели спасти другие врачи. За что я люблю профессию врача? Силы дают, миропонимание, другое, отличное от людей. А вектор жизни – это смерть. И ты ее видишь, и много понимаешь про жизнь. Это бесценное качество, потому что я работала врачом, долго работала. Сидела в поликлинике на приеме. Заканчивала сначала ординатуру по эндокринологии, а потом работала в поликлинике. В 90-х актриса и врач Друбич переквалифицировалась в бизнес-вумен. Открыла первую дискотеку и тут же обанкротилась. А потом занялась делом всей жизни – благотворительностью. Татьяна помогает неизлечимо больным людям и детям с тяжелыми заболеваниями. Возраст – это ведь такая, это же стереотип определенный. Возраст – это приобретение. И, конечно, то, что ты набираешь за годы, это дорогого стоит. Сегодня Татьяна Друбич – мама, бабушка и просто человек, для которого смысл жизни – помогать другим. Законодавець ювелірної моди, Київський ювелірний завод дарує вам дорогоцінні моменти життя. Цінуйте одне одного.